Найти волшебный ключ и открыть ворота для года собаки удалось детям на районном новогоднем утреннике. В Молотковиче съехались десятки детей, чтобы окружить елку хороводом, спеть традиционные песни и получить порцию хорошего настроения перед праздниками. Сегодня мы проводим традиционную елку новогоднюю для наших детей-сирот и детей-инвалидов. Уже более 10 лет мы это организуем. Приглашаем на елочку всех наших деток с особенностями психофизического развития, деток, которые, к сожалению, остались без попечения родителей. Приглашаем сюда и предприятия, организации, и они для них готовят различные подарки, новогодние праздники и так далее, и так далее. В преддверии Нового года была инициирована акция «Поделись теплом души своей». Молодежь собирала для детей мягкие игрушки. Активисты уже вручили подарки. Поздравлениям на новогоднем утреннике присоединились представители Пинского ГРОЧС. В этот день ребят развлекали клоуны и фея конфетти. Петух, символ уходящего года, попрощался со зрителями и передал эстафету собаке. Детей развлекали персонажи сказок и мультфильмов. Буратино, Белоснежка и гномы, Круэлла и многие другие. Самым волнующим моментом стал выход Деда Мороза. Гости мероприятия – взрослые и дети. В завершении праздника встали в хоровод. Улыбки на лицах участников доказывают, что в этот день новогоднее настроение все же появилось. Многие приехали на праздник целыми семьями. Признаются, что на районный утренник приходят каждый год. 6 ребятишек и я вместе с ними. 15 декабря по решению райисполкома нам добавили еще маленького сынишку Мирослава, годик и 2 месяца. Детишки очень рады, и маленькие роты раскрыли, так смотрели, а побольше детки им каждый год нравится. Новогодние праздники для гостей продолжатся уже в семейном кругу.